Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 991. События дня. Екклесиаст 12:13-14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. За 2 сентября 2018 года. На объявление наше. Я пишу отцу Владимиру Головину. Отец Владимир, мир вам! Мы ожидали вас этим летом в гости с вашими друзьями, но, видимо, вы отложили поездку. Смотрим ваши события. Ну, он нуждается, как и все люди, в утешении, видно, усталость это и... Вот. Лука 6:22. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить... и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. У нас молитва по соглашению не столь масштабна, но ей уже более полувека. И вы всегда в наших молитвах, дорогой батюшка. Вот вам песнопение Давида. То есть, чтобы это считал и утешался. Места Писания указываю, и это намного лучше, нежели я бы что-то придумал. Псалом 29:8. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Псалом 108:28. «Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены». Раб же твой да возрадуется. Псалом 118:78. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих. Псалом 93:17. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Вот немножко не довел и вот так. Вот как удивительно Господь утешает человека. Так. И от нас вам подарок непростой. Православный библейский сайт «Во свете Библии» создан 21 января 2009 года. «Мой мир» создан 28 января 2010 года. 21 тысяча наших фотографий, там около 9 тысяч наших видео. Православный форум Игнатия Лапкина «Во свете Библии» открыт 7 февраля 2010 года. 1602 темы. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин зарегистрирован 21 декабря 2012 года. Здесь 12382 наш видеоролик. И наша почта. Показываю «Во свете Библии». И свой телефон. Сергей Игнатов. Дорогой отец Игнатий Тихонович, сегодня, 2 сентября 2018 года, на воскресной службе в нашем Свято-Тихоновском храме в городе Угледаре, выполняя требования настоятеля прихода отца Николая Шипилова после возгласа «Соглашенные изыдите», я покинул молящихся и перешел в притвор храма, но не просто так, а повесив на свою грудь лист бумаги, на котором заранее написал «Под эпитемией по ложному обвинению отцом Николаем в повторном крещении». Ну и далее пишет, что он тут, какое событие было. Прочитайте сами, мне трудно считать.
Просто затормозите, и легко дальше считать будет. Ну, относительно, что послушание выше поста и молитвы, авы, то, в общем-то, это все монашеское. Отсюда они взяли. Это чисто от сатаны. Против сатаны оружие Бог дал только одно. А это вышибить надо из рук, а послушаться человека. Вместо того, что Господь сказал. Тут даже доказывать не надо. Ну, а вот тут тоже одеяние божества в Грузии. Тамара как поступала? Неправильно поступала. Весь ответ сказан. Мы христиане, а я говорю вам. А как? Я сейчас покажу, как. Очень даже просто. Полное доказательство. Тамара Цариса неверующая была. Неверующая, канонизированная. В данном случае неверующая, вот в этом факте. Не надо тут ничего придумывать. Тормозите и считайте это. Твердость Цариса и прочее это. Господь говорит, не могу ли 12 ангелов, 12 легионов ангелов вызвать? Ну, ну, теперь мы посмотрим. Сейчас я покажу. Вот. Во свете Библии, пожалуйста. Вот здесь, но к истинному православию. Вот откройте во свете Библии. Православный библейский сайт. От к истинному православию. И открывается. К истинному православию, о благовестии, о табакокурении. А я вам говорю, любите врагов ваших. Это к истинному православию. Книга моя. Я написал ее. Вот. 299-я страница. Вот открываю. Вот сколько здесь написано. Кровавое тут и прочее, прочее. Все. Тема эта. Все скрывает от людей. У кого нет, я вернусь назад. Я сейчас буду показывать. Я в рамку возьму. Может быть, как-то сумею. Входит она, не входит в рамку. Вот так. Сейчас вот следите за этим. Кто не может, ну, хотя бы вот здесь просчитать. Затормозить и посчитать. Затормозить и посчитать. И жития святых, из Библии, из канонов. Все это говорится. Повторять, зачем я буду?
Вот так. Все это прочитайте в книге. Лучше всего книгу достать. Доказано неопровержимо. Царица Тамара не права, и никакой канонизации не должно было быть. А что сделать? Ничего не сделать, умереть и все. И молиться она бы, враг бы даже не пришел. То есть вариантов много. Вы спрашивали ответ, я вам ответил. В Новом Завете это запрещено. Запрещено. Все. Или еще вот. Сейчас я посмотрю, что здесь у нас. Вот одна пишет мне по поводу Ютуба. Я посмотрю. Но вполне возможно, какую-нибудь кнопку нажали и перешли на новый вид оформления. Я очень не люблю такие обновления. Держусь до конца за привычное. Ищите сборку, кнопку сбоку, наверное. Классический интерфейс. Жмите на нее, и вас дальше спросят, почему хотите вернуться к нему. Выбираете, почему, и все станет как раньше. А тут видеоролик подкинули сегодня. Роман Малыш о близких, родных, которые могут его услышать за 20-е. Ну, я просто скопировал. Вот, и прочитайте, что тут пишут. Согласен или не согласен, просто показать. Ну, а потом тут одна пишет, Лидия, наша видеокамера там, она решила ее отремонтировать. Ну, и пишет, что камера нет хорошая, гуляет из рук в руки. Павел Мень объясняет причины. Один не нашел нужную зарядку, второй в отпуске, ну, там праздник готовится. Вашим помощником. Приближается время памяти отца нашего Александра Мень. Возможно, я выступлю в библиотеке иностранной литературы, но всем хозе, откуда он, ничего не будет. Но международная конференция будет, и программа уже выставлена на сайте. Храни вас Бог, я отвечаю. По камере сказать ничего не могу, только сами ничего нам не покупайте, этого делать нельзя. Мы не способны выкупить ей, а подарки не желаем принимать, чтобы не быть должен никому и ни в чем. Если будете выступать, то снимите все, и я выставлю на своем видеоканале. Да и другие выступления, спросите разрешения, они там не против будут. Все же мы с отцом Александром были в хороших отношениях. Мы вас так ждали в августе, погода была хорошая, но вот вы опять на сентябрь сдвинули приезд. Начались дожди и непролазная слякоть. Встречать нужно тут за 20 километров до станции Корчина. Туда проехать сразу же стало невозможным. Думать надо. А вот дальше. Тут конкурс на лучший сайт. Называется «Библия». Я не знаю, даже думаю, может, кто-нибудь подкинул такую тему, да ничего нет. Но ответ получили. Уважаемый Игнатий, большое спасибо за письмо и желание принять участие в конкурсе. Просим вас опубликовать информацию о своем сайте и себе на стене, чтобы с ней могли ознакомиться все участники конкурса. Если вы не знаете, как это сделать, мы можем скопировать ваше письмо и разместить его там сами. Обратите внимание, что информация о вас будет в открытом доступе несколько недель. Поэтому предоставляйте только самую предметную информацию. Не нужно указывать адрес, телефон, электронный адрес, а также любые паспортные данные. Нет надобности также и в указании настоящей фамилии. Конкурсантов должно интересовать содержание вашего сайта. Другие работы, что-то в жизни, веры и тому подобное. Конец переписки. Я пишу, благодарю. Прошу вас самих опубликовать на стене, что требуется. Все остальные указания, что тут написали, меня не трогают. Можно открыто и повсеместно опубликовать и с моим адресом, и с телефоном, и оставить так навсегда. Это все есть в моих роликах и на других наших ресурсах. Ну и вот тут один зашел. Теперь я это могу вернуть на прежнее. Вот он. На наш форум. Я покажу сейчас. Вот он что пишет. Здравствуйте, поклон. Это я, Савелий. Вот сейчас считайте здесь. И
Прочитайте тут. Человек пишет это, я ему отвечаю, что самоубийство грех или нет. Настолько же трудно ему, что он жить не хочет. Вот, прочитайте. Вот. Я отвечаю, самое худшее из всех убийств есть самоубийство, ибо после него нет покаяния. Ну и дали места Писания. 2 Царств 17:23. Ну, дальше читайте места Писания, которые я даю ответ. Вот так. Ну что сказать, вот это вот объявлено конкурс христианских сайтов, вот по нему как раз я считал это, можете просчитать. Мы все сделали, нас приняли. Вот так, не дается получить доступ. Это вот где я отвечаю в Фейсбуке, вот ответ. Говорю, прошу, а здесь наш... Фейсбуке. Фейсбук можете зарядить, Игнатия Лапкина. Я под фамилией, под своей. Не люблю, когда другая или как-то. Ну и вот наш православный видеоканал. Вот сегодня я поставил 10 роликов. 10 большие, маленькие. Есть такие прям меньше минуты. Ну а есть более такие большие. Вот сейчас... Угроза от собаки, особенно кошкам, о войне и пролитии крови. Сейчас 17. Вот 16. На этом у нас все на сегодня. Что сказать? Вчера воскресенье было. Прошлое это события какие были? Ну, дождь весь день. А до этого было моросило. А вчера маленько полегче, как ситечко. Я 2 раза на рыбалку ходил, рыбы нету, рыба ушла в глубину, так понимаем. Ну, еще, батюшки нет, богослужение прошло, потом занятия, это все у нас заснято. А потом я попросил, раз воскресный день работать нельзя, но яблоки собрать надо, падают. Собрали, и получилось 4 ведра или 5 ведер набрали. Ну, и 6 домов вчера разнесли сразу все. Бог дал, это не наше. Яблоки хорошие отобрали, а которые червивые, там это уже черви погрызли, порезали, и из них там что-то Володя делает. Компот или варенье, там не знаю. И вот так. Так до вечера-то и день прошел прекрасно. Отцу Владимиру Головину ответ дал, и вот что тут есть еще. Все на этом.